Приветствую вас, мои дорогие зрители, подписчики, с вами Лилия Донскова. Я вас поздравляю с наступившим новым 2024 годом, и я решила начать этот год с некоего такого расхламления. Можете себе представить, я когда стала анализировать, что я делаю на YouTube-канале, оказалось, что я уже очень давно не записываю видео с покупками, что я заказываю в Siberian Wellness, и я три месяца не записывала пустые баночки. И, соответственно, все, что вы видите перед собой, это накопилось за 3 месяца. И мы сейчас в темпе посмотрим, что мы съели, выпили и какое получили от этого удовольствие, какие результаты. Итак, начнем с самого ближнего ко мне угла. Это коктейли. Коктейли серия YoGo. В компании Siberian Wellness несколько видов коктейлей. Они разные, они все очень необычные, все вкусные. Но вот именно этот коктейль, кокосовое печенье, он идет порционный. Вот так вот, пакетиками, что очень удобно. Всего в коробке 7 штук. Полноценная порция питательного, очень вкусного коктейля. Но для меня он оказался несколько сладковатый. То есть я не очень люблю такие сладкие коктейли. Он больше похож на десерт, нежели на перекус. То есть я люблю более какие-то, ну, не такие сладкие. Итак, две коробки я скушала. Кстати, я и угощала. Кто ко мне в гости приходил, многим он очень понравился. Но честно, я вот попробовала две коробочки, мы выпили. Я полюбила другой коктейль, о чем я вам тоже обязательно сейчас расскажу. Давайте вот тему коктейлей мы сразу и закроем. Вот, у меня в руках еще две упаковки. Смотрите, как удобно. Кончился коктейль и плоская такая упаковка. Первый коктейль фитнес называется черничный чизкейк. Вот его я заказывала самым первым уже, и это вторая была покупка. Вы знаете, он очень вкусный, но он не слишком сытный. То есть он такой приятный, он такой десерт, он не слишком сладкий. Его хочется пить и пить, потому что он реально очень вкусный. Вкус черники необыкновенный, но... Потом появился вот такой коктейль, он, кстати, по объему практически такой же, здесь 500 грамм, здесь 480, то есть и тут, и там 16 порций. Но вот этот коктейль, итальянский бренд Кеформа, вот тут вот даже написано, я именно клубничный полюбила. У меня сейчас открытый стоит печенье и шоколад, и просто шоколадный, вот шоколадный тоже четкий, очень вкусный. Печенье шоколадное тоже слишком сладковатое, какое-то десертное. А клубника самый необыкновенный. Во-первых, он красивый, взбивается такой пеной пышной. И красивый цвет, розовый. Там, когда открываешь коктейль, прям кусочки клубники. Знаете, это что-то необыкновенное. Я уже вторую пачку заказала, открытый стоит, я его тоже пью. Что по поводу этого коктейля? Вот... Сколько я пила за свою жизнь коктейлей, долгое время я в Oriflame покупала коктейли всех видов и еще других фирм пробовала. При каждом удобном случае, когда угощали, я всегда пробовала коктейли. Этот самый вкуснейший вообще вне конкуренции, поэтому я вам рекомендую попробовать этот коктейль. И что я еще делаю? Когда я пью коктейль, я добавляю туда морской коллаген. Вот это тоже был пакетик с морским коллагеном. Внутри и у коктейля, и у коллагена есть мерная ложечка, то есть не ошибешься, сколько накладывать. Здесь такая малюсенькая ложечка, две штуки нужно в день. Желательно коллаген пить натощак с утра, за 30 минут до еды. Но знаете, он настолько невкусный, вот именно пептиды морского коллагена, он отвратительный просто на вкус. Я ничего хуже не пила в своей жизни. Понятно, что он очень полезный, но его не, я не смогла его пить, и я его добавляю в коктейль, и тогда пью нормально. Но сейчас я стала брать коллаген черника и ваниль. Вот это идеальное просто сочетание, там уже ничего рыбного не чувствуется, и он просто очень вкусный. И тоже вот у меня такая есть заморочка, я начинаю пить, забываю, а коллаген нужен постоянно, или курсами его хотя бы пропивать. Вот, поэтому я прям вам рекомендую взять коллаген, пропить хотя бы пачку, тогда можно сделать перерыв, или сразу две пачки пропить и сделать перерыв.
в общем-то, польза будет огромная. Вот на переднем плане лежит вот такая огромная стопка. Здесь, я уже все посчитала, 14 упаковок мармелада разных видов. То есть здесь кактус и инжир, черника, малина-шиповник, апельсин, шиповник опять, черника. Чернику, кстати, люблю. Кактус, инжир снова, еще кактус, инжир. Очень прикольный с прополисом мармелад. Его вот для людей, которые много работают или находятся в движе, с собой просто носить в сумочке. Особенно если вы много общаетесь с людьми, то вот этот мармелад, он такой приятный, делает аромат изо рта. То есть он убирает все неприятные запахи. Если вы, например, покушали и надо тут же встречаться, а может быть, какую-то острую еду ели, и нет возможности почистить зубы. Вот просто рассосать такую мармеладку, такой нереально приятный вкус во рту. И, конечно, очень приятно будет собеседнику. Мармелад релакс с карамелью. Ой, вот этот очень вкусный тоже апельсин. Он идет с такой пряный, немножко тут прям вот аж... Знаете, разрыв шаблонов апельсина такой пряный, очень вкусно. Так, дальше, тропические фрукты, это тоже, ну, просто вкусный мармелад. В нем нет чего-то такого необычного. Персик и манго тоже очень вкусно. И опять кактус и инжир. Вот, просто у меня кактус и инжир очень прикалывает. Конечно, здесь не все пачки, потому что какие-то уходят в гостях, где-то мы там в офисе пьем, какие-то, бывает, выкидываются, мы не успеваем или забываем сохранить. Особенно вот то, что от батончиков, я думаю, что половина точно мы потеряли. Так, далее. Вот такие вот хрустящие шарики. Это детская серия. Смотрите, они с инулином и витамином С. Вкус вишня. И там прям кусочки вишенки были. Тут даже нарисована вишня везде. Я беру такие шарики. У нас разных видов они есть. Шоколадные, малиновые, с какао. И мы их просто вместо сладостей, вместо конфет, с чаем, с кофе. Вот просто это очень вкусно. И недавно вышла новинка черника. Очень полезные тоже шарики для глаз, и они очень вкусные. Вот просто, мне кажется, черника здесь присутствует во многих продуктах, и она везде настолько вкусная, настолько вот мне нравятся все продукты с черникой, что я вам даже не могу передать. И еще я буду рада, что мы наконец-то все пластик и картон сдадим туда, куда нужно сдавать, и освободим огромное количество пространства. Теперь давайте за батончики возьмемся. Вот такая куча. 19 батончиков разных видов. Здесь есть манго. Это детокс-батончик, кстати. Есть кокос. Просто он с кальцием. Дальше фундук. Фундук и карамель. С органическим магнием и глицином. И самый вкусный батончик — это вот этот банан и вишня. Если не пробовали, обязательно попробуйте. Он, это протеин, апельсиновый сок, натуральный витамин D2. Вкуснятина просто необыкновенная. Вот такая гора батончиков. Ну, батончики мы едим очень много, потому что это лучше, чем есть сладости. Так, чаи. Чаи здесь всего 3 пачки. Защита печени, женская гармония и легкость движений. Остальные не знаю где. Вообще чаем очень много пьем. Я каждый день завариваю 1-2 пакетика разных видов. Иногда я их добавляю прям в наши чаи, которые мы еще делаем свой сбор трав. И туда кладу какой-нибудь, например, сердечный комфорт или антистресс. Чувствую, что какая-то неделя слишком бурная. Я прям пакетик антистресса, чтобы все, ну, чуть-чуть успокаивались. Пьем чай и успокаиваемся. Самая, наверное, большая партия пустых банок – это новамин. Кто еще не знает, что такое новамин? Смотрите, 3 упаковки пластиковых по 120 капсул. Вот такая банка стоит 800 рублей всего, 120 капсул. Мощный антиоксидантный комплекс. Рекомендуется для поддержки иммунитета, можно 1 капсулку в день. А если заболели... Вот чувствуете, что вот прям вирус набросился, и вам очень плохо, начинает дать температура, знобит, сопли, кашель, все закладывает, до 10 капсул в день. Пьем с едой, потому что здесь большое содержание витамина С,
обязательно во время еды и обильно запейте водичкой. Тогда будет очень классно. Три банки закончили. Сейчас, кстати, у меня идет моя оздоровительная программа, и я 3 месяца буду пить каждый день по 10 капсул новамина обычного. А вот такие банки, эко-упаковка стеклянная, здесь 220 капсул. И, конечно, я не так давно узнала, что вот эко-упаковка, ее лучше брать, потому что это стекло, да, оно лучше перерабатывать. И вообще, просто это классные банки, очень удобные. А здесь 220 капсул, а есть новамин N. Смотрите, новамин N, у него состав немного другой. И если мы говорим про количество капсул, и если этих нужно выпить 10 штук, то этих 5-6 в день. То есть, гораздо меньше по дозировке. Я вам рекомендую поизучать, что такое новамин, потому что этот продукт был изобретен изначально. Видите, новамин, то есть новосибирские и минские ученые объединились для того, чтобы создать продукт, который будет помогать онкобольным восстанавливаться после операции, после химио- и гормонотерапии. И он оказался очень сильным для иммунитета. То есть антиоксиданты, они нам просто необходимы. И новамин, он стал легендой. Я думаю, что даже если вы не слышали название Siberian Wellness или Сибирское здоровье, то новамин где-нибудь да вы слышали. Есть такое или не слышали? Напишите обязательно в комментариях, знакомы вы с этим продуктом или нет. Также очень крутой продукт, про который я не так давно узнала, это барага амарант. У меня здесь 5 пачек. В одной пачке 30 капсул. Барага амарант – это очень мощный, растительный, природный борец против аллергии, да, противоаллергенное очень мощное средство и противовоспалительное. Я когда с ним познакомилась первый раз, у меня была такая ситуация. Кстати, прилетела с Новосибирска, была там летом, когда мы ездили на производство. Меня кто-то укусил в ногу. То есть, если вот говорить, что вот эта нога, вот в это место. То есть, практически вот то, что в кроссовок уже уходит, на стыке, да, вот где кожа и кроссовок. Меня так сильно укусили, у меня, видно, пошла аллергия. То есть пошел отек, нога раздулась, посинела, потом начала чернеть. Я думала, она уже лопнет. И я прилетела, когда уже из Москвы приземлилась в Саратов, я просто молилась, чтобы быстрее доехать домой. И, наверное, думаю, вызовут скорую, меня будут госпитализировать. Но нет, я пришла домой, говорю, Лера, смотри, она, мам, выпей срочно что-то противоаллергенное. Я говорю, у меня вот барага есть. Она говорит, ну пей. Я выпила 2 капсулы, легла, поспала. Встала, у меня прям отек ушел. На следующее утро еще 2 капсулы выпила, и все, у меня все стало быстро-быстро уходить, все прошло, я такая, фух, отпустила. И сейчас мне тоже по моей программе врач назначила, в день я пью 6 капсул барага амарант. Поэтому представьте, да, вот я только месяц прохожу программу, и у меня уже вот 5 пачек ушло. Ну, в общем-то, мне приятно восстанавливаться с помощью травок, с помощью такой вот, да, растительной профилактики болезней, потому что это безопаснее в разы, чем лечиться лекарствами, и я реально себя чувствую уже очень хорошо. Артилия и зимолюбка – это женская тема. Тоже прям рекомендую почитать про эту продукцию. Она сезонная, кстати, вот эта артилия зимолюбка. Именно сейчас сезон, потому что очень долго все ждали и говорили, ждем, вот-вот, скоро появится артилия зимолюбка. Я все читала в чатах, думаю, что за артилия зимолюбка? Когда почитала, какой там спектр женских болезней подходит под эту вот коробочку, я думаю, это что-то волшебное. И сейчас мне тоже назначили 4 капсулки в день. 2 утром, 2 вечером я пью артилию. Так, ну что, давайте вот эту вот сторону немножко еще посмотрим и пойдем сюда дальше. Смотрите, какие прикольные боксы. Они прям так и называются боксы. Их много видов. Вот мама бокс серия, есть бокс беременяшки, бокс грудное вскармливание, а это просто мама бокс. Я его пропила сама, сейчас у меня его пьет дочка. Я его когда пила,
Тут 30 пакетиков. Пакетики я все уже в пластик выкинула. То есть 30 пакетиков. Один берем, день выпиваем. Состав просто бомба. Настолько богатый, усиленный состав для того, чтобы женщина после того, как она выносила, выкормила малыша, быстро восстановилась. Я на себе увидела эффект. Он очень крутой. Но так как у меня сейчас много всего, я его пока не пью, да, а когда я закончу свою программу, я просто буду пить эти витамины, они невероятные. И по стоимости, ну, примерно 1500 на месяц, полный, богатейший комплекс, я не знаю, это просто фантастика. А второе, это пульсбокс. У меня, кстати, мама этот пульсбокс пьет сейчас постоянно, с того момента, как я пришла год назад в Siberian Wellness, я немножечко осмотрелась, какие есть продукты, и маме говорю: мам, давай попробуем пульсбокс, потому что у нее давление, ребят, не удивляйтесь, до 240, верхняя граница. Многие говорят, это нереально, кто-то говорит, что люди с таким давлением умирают, моя мама жива, ей вот скоро будет 75 лет, она страшно мучилась, этим горстями пила таблетки, сейчас пьет пульсбокс, и говорит мне: ой, я таблетки вообще забываю пить. Я говорю: мам, нельзя. Нельзя, таблетки никто не отменял. Пульсбокс, он благоприятно влияет на сердце, он чистит холестерин, он давление нормализует, то есть оно уже вот так не прыгает скачками. И я тоже его пью, потому что мне тоже показано, мне тоже с давлением начались проблемы. Девочка, я уже взрослая, и видно еще наследственность от мамы такая. Ну, понятно, куда. Яблочко от яблоньки недалеко падает. Поэтому мне тоже рекомендовано пить пульсбокс, глицин, германий, нейровижн. Сейчас я расскажу про это. И в руках держу иммунобокс. Иммунобокс пропил Миша. Он у нас заболевал, да, пытался разболеться. Я ему сразу по 2 пакетика иммунобокса. Очень крутой продукт. Работает быстро. И я пила из этой коробки. То есть мы как бы ее раздербанили. Можно пить на регулярной основе, а можно вот так вот, чувствуете, заболели, новоминчика и 2 пакетика иммунобокса. И будет вам счастье, то есть организм включится, он начнет, да, работать с вирусом и быстро-быстро восстановится, то есть не уйдете куда-то там в страхе-ахе. Так, что здесь? Хронолонг пропила уже, вот получается, 3 месяца назад, как он закончился. Хронолонг – это продукт для женщин, это фитоэстрогены. Есть противопоказания, поэтому прежде чем его заказывать, почитайте о нем, посмотрите, задавайте вопросики, да, и я вам скажу, надо вам его пить или нет. Так, это что у нас? Это вот Мишина 2 продукта как раз. Мужская формула, куб. Вы знаете, почему-то его сняли с производства. Такой вот классный куб, очень удобный, на 30 дней. Пакетики, по-моему, 6 капсул, тут и омега, и 2 большие такие витаминины, тоже богатейший комплекс, тоже там список бесконечный для мужчин. То есть здесь вот, ну, все, и сила, энергия, и репродуктивная защита, сексуальный потенциал, то есть все очень круто. Еще вот Миша пропил Йохимби и сибирский женьшень, рекомендуется и женщинам, и мужчинам, очень полезный продукт. Для того, чтобы быть энергичными, сексуальными, красивыми. И помним про витамин D3. Знаете, если бы я не пришла в Siberian Wellness, я бы, наверное, не узнала никогда, что нам нужно столько продуктов на постоянной основе. Например, магний. Магний – это мой любимчик, прям мой герой. Витамин D3, который у нас жуткая нехватка. Кстати, сдала все анализы, практически все, чтобы посмотреть, какие у меня закрытые дефициты, какие нужно закрывать срочно, да, из потребностей. Вот сейчас по витамину D3 у меня прям дефицит. И я его пью каждый день. Каждый день. Правда, здесь дозировка маленькая, ну, он масляный. И мне очень нравится. Я беру прям пипеточку. Чик-чик в рот. И смотрите, он не привязывается к еде. Его можно просто закапать и побежать дальше. Вот такие вот в коробочках. Просто бутылочки красивые, они еще с пипеточками. Даже прям вот рука не поднимается, такие выкидывать. Ну, правильно, мы все разделим, что в пластик, что в стекло. Так, поехали дальше, уже полная коробка. Эльбешен. Это бальзам флоросептик для защиты кожи и полости рта от бактерий. То есть с Эльбешеном можно что делать? Например,
раны какие-то обрабатывать, гнойные раны, или полоскать горло. Зубная боль, когда тоже у меня, кстати, недавно опять был такой вопрос, стал что-то зуб начал ныть, конфетку съела, не это, а просто конфетку съела шоколадную, начал ныть зуб, я прополоскала, подержала во рту, прям неразбавленный, и потом сплюнула. Знаете, очень яркий вкус чайного дерева. А чайное дерево – это очень мощное ранозаживляющее средство, антибактериальное, суперское. В общем-то, у этого продукта вот такой перечень, где его можно применять. Поэтому просто пишите мне: «Лиля, хочу узнать про этот продукт», я вам скину информацию, почитайте, посмотрите, или в свой чат вас добавлю, у меня есть wellness-клуб, где я как раз об этом во всем рассказываю. Так, уход пока оставим. Давайте закончим вот с этими флакончиками. Так, чего тут больше всего? Давайте посмотрим. Так, смотрите. Синхровитал 4. Что это такое? Это хронобиологическая защита клеток печени. И вот, кстати, сейчас я именно вот этот синхровитал пью в больших количествах. 2 капсулки утром, 2 вечером. Тут одна лишняя осталась. То есть это вечерняя беленькая капсулка, а утром зелененькая, то есть для поддержки печени. На печень идет огромная нагрузка. Я думаю, что вы, взрослые люди, да, понимаете, что печень, ее функция очень важна для организма, как, в принципе, любой орган. Но на печень всегда идет огромная нагрузка, особенно если вы пьете какие-то таблетки, лекарства, да, как там питаетесь, нагружаете жирное, жареное на печень, то... Конечно, и без поддержки печени будет очень-очень сложно. Так, дальше. Суставной фитосорбент. Пропила, попробовала. Такой невкусный, но полезный. Мне просто по моим как бы суставам показано пить и глюкозамин хондроитин, вот такой фитосорбент. Сейчас я курс прохожу, как раз натирая плечо, у меня болит. Я ходила на УЗИ вот выходной. Как это называется, манжета, что-то как воспаление манжет. То есть я так боялась, что у меня там артроз какой-нибудь начинается. Оказалось, что просто надо снять воспаление, да, и следить за осанкой, потому что я много за компьютером сижу, и, конечно, это вредит моему здоровью. Пик. Кто не знает, что такое пик? Давайте поговорим о нем прям повнимательнее. Это природный инулиновый концентрат. Или... топинамбур. Наверняка знаете, что есть такие картофелины, безумно полезные картофелины топинамбура. И здесь просто измельченный порошок от картофелины. Очень полезен для диабетиков. Очень полезен для тех, кто страдает нарушением микрофлоры кишечника, у кого запоры, у кого дискомфорт все время, или там изжога, вздутие, то пик просто пить на постоянной основе. У меня вот папка его пьет сейчас постоянно. Есть еще вот такой вот кишечный фитосорбент, и я их пью вместе утром за 30 минут до еды натощак. Кишечный фитосорбент, он идет с антипаразитарным эффектом, то есть он такой вот с горчинкой. Ну, вы посмотрите состав и поймете, что здесь вот эта вот пижма как раз, да, и так далее, что она как раз влияет сено, это все вот выводит, экстракт артишока, подорожник и так далее, и тоже топинамбур. То есть это безумно полезная вещь для того, чтобы кишечник работал. Кстати, я была... Ну, на обследование, да, все посмотрели, мне говорят, желчный идеальный, печень идеальная, поджелудочная, красотка. То есть, да, как бы на обследовании показалось, что организм хорошо работает, и, в принципе, я себя чувствую очень хорошо. А по поводу кишечника, вот тоже такой пример приводили, что представьте, да, пушистый такой палас с таким вот ворсом. И вот вы веником пытаетесь из него вымести пыль, там все, что в него попало, грязь и так далее. Не поможет, да, надо пылесос, чтобы он все вытягивал. И вот то же самое, когда мы пьем вот эти вот сорбенты, пик, это как пылесос, чтобы эти ворсинки, чтобы они не склеивались, чтобы они работали, потому что идет хорошая усвояемость, впитываемость микроэлементов, минералов, аминокислот, белка, все, что мы потребляем, чтобы это хорошо, да, ложилось на подготовленную почву.
Далее, сейчас тоже пью таурин. Мне назначили его до днем. Я пью 2 капсулки таурина. Так, дочка пила хелат железа, потому что у нее были показания, что железо немножко снижено. Вот она пропила, все, сейчас анализы очень хорошие. Далее здесь у нас селен. Ну, селен это вообще сказка. Какой классный продукт, какой нужный. Я, кстати, сегодня слушала лекцию, что у нас есть новинка одна, я все на нее присматривалась. Теперь я точно знаю, что я хочу эту новинку, потому что она в себе содержит все, и в том числе селен. То есть, если кто-то не любит вот так вот, да, видите, много баночек, нужно отсюда достать капсулку, отсюда две, все это не забыть выпить, то очень удобно, когда в одной капсулке все, да, собрано, подобрано по, да, по нормам, все, что было, чтобы это все было удобно. Одну капсулку выпил, и красота. Вот мне, например, капсулки глотать трудно, но я учусь. Так, магний. Магний мы пьем с дочкой. Вот, я и она. 4 баночки здесь тоже, вот баночка. Все, еще там уже заканчивается. Магний – это минерал, который не только успокаивает и гармонизирует нас, а магний участвует во многих процессах в организме. И оказывается, что у нас жуткий дефицит у всех, начиная с детского возраста – и если его не восполнять, то начинается, да, такая ломка организма и ломка всего тела. Но мы это вот не замечаем, пока не случилось что-то уже конкретное, с чем надо бороться. Так, эпамчики. Сейчас пью 24-й эпамы и 31-й. 24-й гинекологический. Тут прям капельки, их нужно, ну, у меня, например, 3 раза в день под язык 10 капелек. И противофиброзный, то же самое. 3 раза в день под язык. Между эпамчиками очень важно соблюдать дистанцию хотя бы 20 минут. То есть сразу их в одну ложку нельзя. То есть можно одновременно пить, по-моему, 3 или даже 4 эпама, потому что они разные. Есть для печени, есть кишечный, там есть для нервов тысячный, есть антивирусный, есть респираторный. По-моему, все перечислила. А еще какой-то, кардиологический для сердца. И вот можно пить параллельно их несколько штук, 3-4, но соблюдать между ними интервал. Тогда все будет хорошо. Так, омегу начала пить, тоже сейчас омегу отдельно еще добавляю. Но это просто вкусняшка. Это витаминки Лопутоп, здесь большой состав тоже очень хороший. Ну, просто вкусный, похож, знаете, на какие витаминки? Ревит. Вот раньше, не знаю, сейчас есть или нет, раньше в детстве нам родители в аптеке покупали такие крупные, а внутри кисленькие, как скоргинка, а сверху такие вот. Но эти вкуснее, их прям хрумкаешь, они такие, как с апельсиновым вкусом. И начинаешь их есть, остановиться нельзя. Я подарила одному знакомому, он за 2 дня всю банку съел. Я говорю, ты сошел с ума? Он говорит, я не смог остановиться. Больше, говорит, мне такие не надо, я их буду есть все и сразу. Ой, сколько зубных паст. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 зубных паст за 3 месяца. Но это немного, там уже еще 2 заканчиваются. Удивила, покорила, влюбила пасту горная лаванда. Но ее сейчас нет на складе, и я так по ней скучаю. Она очень вкусная. Одна из самых любимейших, профилактическая. Видите, даже разрезали, он из нее сыпется. Отличная паста с морским кальцием. Интересная паста с прополисом. Но если ей одной пользоваться, мне она надоедает. И поэтому у меня всегда открыто несколько паст. Тут, кстати, тоже вот этой нет с облепихой. Она для чувствительных зубов. Тоже мне она нужна, но сейчас нету. Мне, кстати, хорошо помогает морской кальций. И вот земляника и красная глина. И отбеливающий черникой древесный уголь. На что я хочу обратить ваше внимание? На натуральность состава. То есть на пастах, на некоторых написано 98,5% натуральный состав, а на некоторых 99,1%, да, где-то 98,7%, 98,3%. То есть понимаете, да, что пасты с очень мощным натуральным составом. И я их оценила. Вот если раньше я пользовалась, я в основном, да, всегда у меня Oriflame были пасты, и когда я перешла на эти, сначала мне было непонятно, вот рецепторы
никак не воспринимали, да, привыкли вот к химии. А тут такое натуральное, и я такая, что-то непонятно. А потом я их так полюбила, что я потом попробовала орифлеймовскую пасту, такая, фу, как я ей чистила зубы. Нет, ну она хорошая, конечно, но просто совсем другая, другие ощущения во рту, и по-другому себя зубы чувствуют. Кстати, знаете, какая паста меня удивила? Я пробовала разные варианты, как отбелить зубы, потому что у меня прямо вот с детства сверху кончик зуба белый, а потом к краю желтый, прям делает это к десне. И я покупала полосочки специальные, пробовала разные отбеливающие пасты. И мне даже врач говорил, что это у меня такая природа, ничего страшного, у тебя все отлично с зубами. Но я-то вижу, что они, да, внизу желтят. И тут я беру вот эту пасту с черникой. Мне тоже про нее рассказали девчонки, кто первый попробовал. Говорит, черника так отбеливает. Думаю, ну попробую. Я первый день почистила, второй, третий. И вот после третьего дня я вообще свои зубы не узнала. Они выровнялись. У них стал однородный светлый оттенок. То есть желтизна ушла. Я сказала, блин, какая крутая паста. Я никогда бы не узнала про нее, если бы не пришла в Сибирское здоровье. Ой, кстати, еще одну вкусняшку вам не показала. А, ну это будем в красоту, ладно. Две коробки вот таких вот, розовый куб называется. Внутри вот такая, ну, пакетики, да, понятно, вот такие пакетики. В каждом пакетике лежат капсулки. Это пропили одну коробку Лера, одну Миша для волос. Я не пила, еще не пробовала, но девчонки говорят, что волосы растут очень быстро. Смотрите, вот этот розовый куб, ну, во-первых, он очень красиво выглядит, такой респектабельный, большая коробка, вот сейчас он даже больше. Вот это еще та упаковка предыдущая, сейчас они обновили. У нас вот такая вот большая красивая коробка, 3D-куб. 30 дней вы пьете по одному пакетику, и желательно пропить 3 коробки подряд, чтобы был эффект. И после этого волосы вот прям вот растут новые, волосы другие становятся, они становятся более плотные, блестящие. То есть девчонки отмечают, что уже через 2 недели у многих в 2-3 раза меньше волос выпадает на расческе. То есть не выпадают волосы. К концу месяца начинают расти антенки, у мужиков зарастают лысины, представляете? И все это за 1050 рублей. 1050 рублей. Я вот некоторые цены запоминаю. И это очень впечатляет. Так, давайте вот эту вот коробку сюда передвинем. Поговорим вот про эту гору. Что здесь? Смотрите, у нас есть серия отдельная. Nutrition. Nutrition – это натуральные витамины. Дорогие витамины. Вот прям скажу честно, что они дорогие. Ну, какие-то стоят около 4000, которые в районе 5000. Есть за 3, по-моему, какие-то из них. Ну, цены тут я не помню. Смотрите, есть эко-упаковка, то есть она такая простая, вот бумажная, а есть вот такая дорогая, они даже по размеру разные, у них разница примерно 500 рублей по цене, просто из-за того, что здесь вот такая вот наикрутейшая упаковка, здесь вот отдельные домики у витаминок, вот так вот, то есть в каждой коробочке там лежат уже пакетики. Вот смотрите, на 20 дней вот это витамины красоты, бьюти. Это волосы, кожа, да, вот все наша красота. Кстати, вот я заметила, стала пользоваться витаминами, и мне очень понравился крем для кожи вокруг глаз, вот для повышения упругости для кожи вокруг глаз. У меня реально подтянулось веко, то есть у меня глаз открылся. Я это вижу вот в течение года, у меня происходит обновление клеток. У меня весь уход полностью сейчас, я перешла на Siberian Wellness, уже много чего перепробовала. И витамины играют тоже огромную роль. Смотрите, это витамины красоты, это дочка пила Stress Relief, то есть это для того, чтобы успокоиться. То есть выпиваете и спите спокойно. Дальше, Detox Pro Active, это я сейчас пропила. Еще одна Beauty Sense я пила, одну дочке давала, одну сама пропила. Вот это вот все Neurovision. Neurovision, 3 коробки, одна была такая вот красивая, дорогая. Потому что вот эти эко, они не всегда есть на складе. Когда их нет, я беру в дорогой, красивой упаковке, потому что здесь уже за ценой не постоишь. Дело в том, что вот эта серия
она работает мега круто, намного круче, чем любые другие продукты. Да, дорого, но зато эффективно. Мы вот эту серию, Neuro Vision именно, Nutrition, вся серия называется Nutrition, и вот Neuro Vision мы называем это витамины миллионеров, да, витамины богатых людей. Почему? Потому что мы, когда пьем эти витамины, мы работаем с чем сразу? С нервной системой, с мозгом, с повышенной утомляемостью, с глазками, то есть это слух, то есть вот все, у кого идут большие нагрузки на организм, вот, ну, со стороны компьютеров, гаджетов, мозговая деятельность, много общения с людьми, то естественно, что надо это чем-то компенсировать. И я хочу сказать, Neuro Vision — это что-то невероятное. Почему я обратила внимание вот на этот комплекс? Я увидела несколько роликов и отзывов, что люди встают после инсульта, когда они уже были прям, да, на уровне овоща, и они начинают восстанавливаться, начинают понимать, слышать, да, чувствовать, реагировать на своих близких. Когда я это увидела, сказала, мне это точно надо. У меня родители пьют. Я им сразу давала по две коробки, они пропили. И у них прям, как мама сказала, у меня как будто мозги просветлели. Я стала запоминать, видеть, чувствовать, ориентироваться лучше. И это показательно. Это очень круто. В общем-то, эту сторону мы всю посмотрели с вами. Если будут какие-то вопросы, задавайте. И сейчас перейдем к этой стороне, где у нас красота. Пройдешь быстренько? Ну что, поехали, посмотрим, что здесь. Ну и начну с этой коробочки. Это тоже порционные такие пакетики. Здесь их, сейчас скажу сколько, по-моему, 14 пакетиков. Где написано сколько? О, что-то не вижу. Ну бывает такое, что я иногда тут вижу, тут не вижу. Вот такие вот пакетики. Один открываем, высыпаем водичку, размешиваем и выпиваем. Вкуснятина. Это персик акунция с коллагеном, биотином, витамином С для красоты кожи, волос и ногтей. Вы поняли, да? Почему я не пью розовый куб? У меня, во-первых, нет проблем, чтобы выпадали волосы, они очень хорошо растут. Но для поддержки я пью вот биотин. Мне очень нравится мармелад с биотином. Да, там, вот где содержится биотин, это все значит, что будет хорошо для волос и ногтей. Ну, давайте, раз уж начали про волосы, покажу вам кондиционеры. Так, брала пшеницу, кератин, кондиционеры шикарные. Сейчас еще маску взяла, новую, новинка вышла маска. Я офигела. Ребята, я таких масок еще никогда в жизни не пробовала. Вот насколько у меня волосы такие вот высушенные, все сожженные. Кстати, они у меня очень сильно выросли, если вы видите, какие они у меня стали. Да? Если в пижаме, все-таки каникулы. И я хочу сказать, как круто работают эти средства. Я сейчас пользуюсь теми шампунями от CBN Wellness, кондиционером, маски. Маска просто фантастическая. Она волосы мои оживила. Вот они просто стали пышные, живые, блестящие. Так, еще одна маска восстанавливающая тоже. И с гиалуроновой кислотой. Увлажняющий кондиционер. Все очень классные, прям рекомендую. Пробуйте, я уверена, что вам понравится. Так, дальше. Это антицеллюлитный гель. Я про него говорю, это просто прожарка конкретная. Особенно, если вот в душе постояла, там растерлась, все согрелась, выходишь, промокнула полотенце, начинаешь наносить эту штуку, и все. Я вот буквально вот так по потолку бегаю, потому что все горит. Очень хорошо работает, но, опять же, работает, если пользоваться регулярно, систематически, курсом хотя бы. Но я не системный человек немножко в этом плане, я могу забыть, потом намазать, потом забыть. Но мне все равно очень понравилось. Так, мне попала в руки пенка для интимной гигиены. Волшебная пенка, и сразу заказала еще одну. Я до этого брала вот во флаконе. Гель для интимной гигиены с дозатором. Я очень люблю такие вещи, очень удобно. Но когда я попробовала пенку, я поняла, что для меня пенка лучше. Она лучше увлажняет, она нежнее, она мягче.
Она такая прям, ух, пышненькая, классная. Так, ну раз взяла вот эти флаконы, расскажу про что здесь. Это идеальное жидкое мыло для кухни. Я снимаю овощи, фрукты, посуду, все до скрипа, все абсолютно безопасно. Ой, вот сейчас я хочу сказать, как удобно, что да, ушли от химии, от, я даже забыла, как назывались эти, чем мы раньше пользовались-то для мытья посуды, от жира. Все, жир растворяется чудесно, хватает надолго. 400 мл, но он вообще какой-то бесконечный. Потому что я даже не нажимаю до конца, чуть-чуть нажала, небольшая капля, вот такая пена, все фрукты перемоешь. Вообще очень классно. Так, две пенки. Ну, одна прям уже была практически, да, закончилась тогда, и я успела за 3 месяца еще одну использовать. Хватает надолго. Это пенка для умывания, увлажняющая. Что я про нее хочу сказать? Она невероятная. Она настолько легкая, так хорошо очищает лицо. Такая нежная, приятная в использовании. Ну, просто волшебная, поэтому 2 штуки использовала. Сейчас взяла на пробу гель для умывания, который очень хвалят. Да, он классный, но, конечно, пенка удобнее. Нажала, такая горка, распределила, помассировала, смыла, смывается очень легко и просто. Волшебный крем дневной с растительными пептидами. Я им вот начала пользоваться еще летом, и в осень он у меня закончился уже, да, ближе к зиме. Очень надолго хватает. Расход у них такой маленький, смотрите, как удобно, то, что так открыла, закрыла. Не надо ничего откручивать. От баночки, крышечки, лопаточки. Раз, нажала. Интересно, сейчас выйдет что-нибудь. Нет, пустой. Нажала, открыла, все. Выдавила. Мне очень нравится и тональное средство, тоже так же вот организовано. Что мне в нем не понравилось? Запах. Ну, нет, вот хочется чуть более вкусненького и нежненького. Я брала такой же маленький объем 30 мл, он более такой маслянистый. Вот у него аромат вот этих вот трав такой вау. Может быть, он немножко густоватый, кому-то покажется слишком насыщенный. Тогда вот этот, он вообще практически без запаха. А мне вот наоборот нравится то, что когда есть какие-то ароматы, вот я чувствую такой натуральный, такой приятный. А, вот, кстати, тонирующий крем у меня один закончился, и сейчас как раз у меня уже второй. Видите, вот удобно, крышечку раз, капельку выдавила, тоже здесь пусто, удобно прям до конца используется. Все, хватает надолго, вот расход очень маленький, прям капелюшечка на все лицо. И чем интересен этот тональный тонирующий крем? Он с увлажняющим эффектом. Вообще никакой ни шелухи не подчеркивает, не забивает поры, не скапливается где-то в морщинках. То есть он просто как идеальная вторая кожа. Единственное, он не перекрывает так круто какие-то там веснушки или там, может быть, покраснения сильные на коже. Но он лицо выравнивает и как будто оно вымолаживается. Вот прям вот выглаживается все. Я от него без ума. Единственное... Тоже недостаток, что только один оттенок. Я сначала такая, как я ему буду пользоваться, он такой темный. Но когда его наносишь на лицо, он подстраивается, и его не видно, что есть тон. Мне никто не верил, что я с тоном. У тебя нет ничего на лице. Я говорю, у меня все есть, и тон, и румяна, и хайлайтер. Я все это очень люблю, поэтому всего в избытке. Вот недавно появились тонеры. Тонер для сияния кожи попробовала, а потом взяла тонер с церамидами вот сейчас у меня. Ребят, с церамидами, это вообще песня. Он даже по консистенции, он какой-то такой густой. Вы знаете, я на ватный диск наливаю, немножко начинаю так вот. И даже ватный диск какой-то другой. То есть он становится такой гладкий, вот как ласковая лапочка такая вот выглаживается кожу. Безумно нравится, такое лицо увлажненное, мягкое. Такое вот прям вот, вот приятно трогать. От чего в восторге уже говорила, крем для кожи вокруг глаз, сразу сказала второй, потому что ни с чем не сравнится, вот, ну ни с чем, при том, что у него и ценник-то, ну в районе, может быть, 600 рублей, а я даже первый раз брала с большой скидкой по акции, слушайте, он, что он делает с веками, с нашими, это что-то необыкновенное, он такой, как бы на ощущение, он такой полупрозрачный, его даже не видно, но это не как гель, он крем, но какой-то полупрозрачный. Такая интересная консистенция, прям наносишь его, ни жирности, ни липкости, ничего нет, и прям тук, и глаза вот упругие стали, упругая кожа вокруг глаз.
брала на пробу такие маленькие пробнички Бионетики, но сейчас я их что-то не вижу, не знаю, может быть, их нет. Удобно в дорогу с собой, 7 мл хватает надолго. Бионетика — это самый дорогой крем Siberian Wellness. У него, во-первых, там упаковка необычная, то есть не надо ничего откручивать там, чтобы лазить в баночку. Надавливаешь, капелька крема выходит или сыворотки. Вот я сейчас как раз им пользуюсь. У меня и сыворотка, и крем насыщенный. Ну, там просто космос. Космические, да, какие-то технологии, что вот лицо разглаживается, подтягивается, румяная, свежая стала кожа. Так, еще покажу такую баночку. Очередная баночка. Это патчи. Здесь есть лопаточка. В банке 60 штук. Открываем крышечку, достаем патч. И чем этот патч интересен? А, пахнет до сих пор как вкусно. Чем он интересен? То, что его можно приклеивать на все лицо. Раз. Состав там, конечно, просто не перечислить. Вот такой послужной список, сколько в него всего напихали. Далее. Патч работает как утюжок и еще и осветляет немножко. То есть он выглаживает полностью, растягивает кожу. Просто вот, ну нет морщин, просто гладко, припухлости нету. Я межбровку себе практически убрала, мне кажется, ее уже нету. Я и сюда клею, и на носогубки, то есть их можно приклеивать куда угодно. Везде, где вот, ну, морщинка, сухость, хочется, да, убрать припухлость какую-то. И патч потом можно снять, положить в какую-нибудь емкость, залить горячей водой, растворить. Он полностью растворяется. Отдать остыть и заморозить. А потом этим кубиком утром себя разглаживать все лицо. То есть состав там такой классный, что хочется его использовать постоянно. Это маска, слушайте, я ее даже, по-моему, не пробовала. Дочка отдала, видите, как разрезала. Она очень любит такие маски. Вот когда там воспаление на лице есть, да, что-нибудь, точки черные. У меня просто... Для меня это уже суховато. Вот я попробовала маску с глиной новинку, которая как мусс. Она, ее наносишь, она белая, ее начинаешь наносить, а там капсулы какие-то лопаются, она становится черная. Вот эта маска, да, она мне прям очень понравилась. Мыло твердое. Знаете, я когда пришла в компанию, такая, мыла нет, что делать? А здесь мыло черный кусок, оно с водорослями, уголь и водоросли. Настолько долгоиграющий кусочек, я вам не могу передать, мы месяца два, наверное, пользовались. Самое главное, что вообще ничего не остается вот в мыльничке, оно не раскисает. Просто меня удивило такое плотное. И написано, мыло твердое. Оно реально вот прям твердое, такое приятное. И два скраба для тела. Я же люблю скрабики. У меня их очень много разных. И вот тут этот по пластику. Этот вот ягодный, конечно, он... Знаете, в чем он круче, если сравнивать вот с этим скрабиком, какао и цитрус? В этом столько разных масел, и они прям вот на коже чувствуются. У кого кожа сухая, то вам нужен вот такой вот с кедром и ягодами. Ну, пахнет вкусно. У меня, кстати, есть еще баночка. А какао и цитрус – это для любителей вкуснях. Вот чтобы вот просто кайфануть и насладиться. Вот я уже тоже вторую банку открыла, какао и цитрус. Крем у меня как раз заканчивается. Это что-то, вот это сочетание. У меня слюнки потекли. Это настолько классные скрабы. Вот хочется каждый день ходить в душ по 2-3 раза, потому что это очень круто. Кожа какая становится мягкая, гладкая, ухоженная. Не забываем потом наносить еще лосьончик. Или вот я сейчас пользуюсь из этой серии крем-масло тоже с таким же приятным ароматом. И это что-то фантастическое. И вот на такой приятной нотке, да, такой вот женственной, мы с вами заканчиваем обзор. Я сейчас буду делиться, еще куда, пластик, макулатуру. Баночки, да, вот такие я, кстати, не выкидываю, стеклянные банки, они очень удобные, в них что-то хранить на кухне, это прям вот берите на заметку, классный, да, в одном стиле, там наклеечки можно сделать, и все, все супер. Итак, я вас благодарю за внимание, спасибо, что вы со мной, пишите в комментариях, что вас заинтересовало. Если вы хотите в мой wellness-клуб, пишите, я вам ссылочку пришлю, зайдете ко мне, почитаете, посмотрите. Я, конечно, не очень активная, но стараюсь что-то интересненькое выкладывать, отвечаю на вопросы, устраиваю там розыгрыш. Кстати, завтра будет как раз розыгрыш.
Ну и я вам желаю всем крепкого сибирского здоровья на долгие годы. Ребята, желаю всем счастья и отличного года, чтобы все, что запланировали, все исполнилось, и даже результаты превзошли все ваши ожидания. Всего доброго, пока-пока. Миш!